Друзья, всем привет! Сегодня быстро покажу, как отключить режим разработчика, если он вам более не нужен и вы не хотите видеть его в меню своего телефона. В данном случае используется устройство от Xiaomi. Заходим в настройки. Далее расширенные настройки. И в нижней части меню нажимаем на строку для разработчиков. Нажимаем на переключатель режим разработчика. Этот раздел был отключен. Выходим. Пока его еще здесь видим. Снова заходим в настройки. Расширенные настройки. И раздела для разработчиков здесь больше нет. Существует второй способ для старых прошивок, и сейчас я о нем расскажу. Заходим в настройки. И в нижней части экрана видим раздел для разработчиков. Открываем. И видим, что он отключен. Тем не менее, в меню этот раздел показывается. Как сделать так, чтобы убрать его отсюда? Открываем приложение. И находим приложение «Настройки». Выбираем память и нажимаем сброс. Нажимаем ОК. Теперь проверяем. Раздела для разработчиков больше нет. Если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.